Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 22 ноября начнутся выборы в парламент Западной Армении. Зограб Манацаканян провел встречу в Страсбурге в рамках плана действий Армении и Европа. Давид Тонаян встретился с армянскими миротворцами в Афганистане. В Западной Армении большое количество заминированных территорий. Женщины из Дерсима будут бороться против угнетения и насилия. В Мардине почтили память Гюля Карташа. Адам Барон выступил в Гюмри с концертом, посвященным памяти жертв землетрясения. Дорогие соотечественники, 22 ноября начнутся выборы в парламент Западной Армении. Выборы будут проходить до 30 ноября 2018 года. В результате будут сформированы новые руководящие органы Западной Армении. Каждый из нас может сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов. Наш выбор – это еще один шаг к восстановлению исторических прав народа Западной Армении. Успехов всем! Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Манацаканян в рамках рабочего визита в Страсбурге накануне встретился с председателем ПАСЕ Лилиан Море-Паске, сообщает пресс-служба армянского министерства иностранных дел. В контексте происходящих в Армении последних внутриполитических развитий Манацаканян подчеркнул обязательство правительства на основе выданного народом мандата продолжить процесс реформ, очередным пунктом которых станет проведение свободных и прозрачных выборов, выражающих волю народа. 9 декабря в Армении пройдут внеочередные выборы в Национальное собрание. Исполняющий обязанности главы армянского внешнеполитического ведомства представил председателю ПАСЕ подходы Армении в направлении мирного урегулирования Карабахского конфликта. В этом контексте Манацаканян подчеркнул, что обсуждение попыток перенести этот вопрос на другую площадку вне формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, наделенной международным мандатом на урегулирование Карабахского противостояния, не способствует разрешению проблемы, нанося вред стабильности и установлению мира в регионе. Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тонаян 21 ноября посетил места дислокации и боевого дежурства армянских миротворцев в Афганистане. Об этом сообщил пресс-секретарь министра Арцрун Ованесян на своей странице в Facebook. Давид Тонаян ознакомился с нюансами дежурства, посетил госпиталь, где работает врач из Армении. В заключении визита исполняющий обязанности министра встретился со всем личным составом армянского подразделения. Он представил служащим, идущие в Армении, политические процессы реформы ВВС. От своего имени и от имени руководства страны Давид Тонаян поблагодарил миротворцев за добросовестную службу. В Западной Армении много заминированных районов. Согласно докладу Международного центра мониторинга мин и кластерных бомб, в 2018 году площадь заминированных районов увеличилась. В десятки стран входят Финляндия и Бангладеш. В первую десятку входят также Афганистан, Ангола, Ирак и Йемен. В докладе отмечается, что существует очень много заминированных районов, в том числе в Западной Армении, которые они не могут разминировать к 2022 году. Самые большие минные поля расположены в Карсе, Ардахане, Игдыре, Ване, Сирте, Храме, Хачари, Мардине, Тигранакерте, Дерсиме, Бенголе, Хатае. Согласно докладу, наиболее уязвимые районы находятся в приграничных регионах с Восточной Арменией, Азербайджаном, Ираком, Ираном и Сирией. 25 ноября – Международный женский день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Женщины из Дерсима выражают свой протест против насилия. По инициативе Женского союза Дерсима в этот день состоится серия мероприятий. Будет организована серия показов и обсуждений для информирования людей о необходимости борьбы с насилием. Член Женского союза Дерсима, президент Союза солидарности женщин Фидан Демир призвал всех женщин принять участие в этом мероприятии. Президент рассказал о нарушении прав женщин, в частности, о нарушении трудовых прав. По словам президента Союза, 70% женщин в Дерсиме подвергаются насилию. Для женщин важно информировать, реализовать свои права и бороться с угнетением и насилием. Иначе они будут подвергаться насилию каждый раз, отметил он. Члены Союза женщин Мардина почтили память о Гюле Карташе. Они утверждают, что Гюле стал жертвой насилия. Члены Союза женщин Мардина протестуют против убийства Гюле Карташа. Власти пытаются представить убийство как самоубийство, но родственники и друзья Гюле настаивают на том, что она стала жертвой насилия. В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин они представили свой протест. Гюстан Орне отметила, что насилие в отношении женщин должно прекратиться. Мы должны продолжить борьбу с физическими, психологическими, сексуальными и финансовыми репрессиями в отношении женщин, отметила она.
7 декабря в Гюмри выступит известный французский оперный певец Адам Барон Мурат Амирханян с концертом, посвященным памяти жертв Спитакского землетрясения. Певец, который родом из Гюмри, выступит в церкви Пресвятой Богородицы на родине. Концерт – дань 30-летию Спитакского землетрясения. 7 декабря 1988 года Мурат был в школе номер 37 вместе со своим братом. «Я пел во многих церквях за границей и всегда мечтал представить сольный концерт в церкви, запах которого я вспоминаю с детства и все еще скучаю по нему. Арутюн Тагворян будет аккомпанировать мне на органе 7 декабря», — сказал Адам Баро. В программу включены произведения армянских и европейских композиторов. Баро выполнит работы, которые будут звучать впервые в Армении. Мероприятие называется «30 лет спустя». Особый акцент мероприятия в том, чтобы молодое поколение также присутствовало на концерте, потому что Адам хочет передать свой опыт молодым певцам. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Арцах и Петакан Хамут. Версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.